Почему возникает бессонница? Бессонница является следствием высокого перенапряжения нервной системы или такого, скажем, мощного стресса в теле человека. Человек ложится спать в попытке отдохнуть, а есть недокрученные, нерешенные какие-то вопросы, недокрученные мысли. И эти мысли как раз им будут мешать нам уснуть. То есть ни один боец на ринге, который находится в состоянии «сражайся», ни один спринтер, который бежит, не уснет, выполняя эти задания. Так и мы, получая команду от мозга «беги» либо «сражайся» в результате того, что у нас в голове звучит тревога, эти мысли не дают нам уснуть. Таким образом, мы получаем одну бессонную ночь. Если мы не решаем, скажем так, вопросы или не находим ответы на те проблемы, которые нас беспокоят в течение дня, то, соответственно, ночью мозг пытается докрутить и решить, и найти наши ответы на эти вопросы, соответственно, будет мешать нам спать.